Вітаю в прямому ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про щойно створену організацію Миколаївську регіональну платформу «Реформ». Буквально вчора ця організація була створена, до її створення залучилися 23, якщо не так мене поправить, наш гість, громадські організації та благодійні фонди Миколаєва і області. І один з ініціаторів, чи буквально ініціатор і керівник цієї нової структури, Михайло Золотухін, також відомий нам як директор громадської організації Фонду розвитку міста Миколаєва, сьогодні наш гість. Отже, поговоримо сьогодні про те, для чого створена платформа «Реформ», чому не вистачає тих структур організацій, які вже є і цим займаються, чим займатиметься нова структура, хто до неї увійшов. Якщо у вас є запитання на тему сьогоднішньої програми, будь ласка, телефонуйте 76-92-33. Телефон будете бачити періодично на екрані. У нас залишається трошки менше 25 хвилин. Отже, ну, по-перше, Михайле, в чому необхідність? Коли з'явилася думка, ідея створити таку організацію? Ну і для чого? Я думаю, тут довго можна говорити. Во-первых, это не организация, это коалиция организаций. И идея, как скажем, витала в воздухе, была еще создана в 2014 году национальная реанимационный пакет реформ, такая коалиция на всеукраинском уровне. Это показало себе как очень успешная модель продвижения национальных реформ. И те примеры, которые вот есть, видно, что какое у нас хорошее национальное законодательство, которое, если его выполнять, то можно было бы сказать, что у нас Украина превратилась бы в успешную модель, как делать надо. То есть мы получили бы и проможные территориальные громады, и государство без коррупции, эффективное управление, открытое, прозрачное, где, в общем, все, что очень было бы хорошо, этим мы гордились бы, говорили бы о украинском чуде. Но знаете, как законы принимаются в Киеве, но реализация происходит на местном уровне. И вот фонд развития города Николаева, и там, фонд «Ласка», и ряд организаций, которые вошли в нашу коалицию, мы последние 3 года занимались мониторингом и аудитом каждой в своей сфере, насколько успешные реформы, насколько мы получили, как жители, эффект. Допустим, наша организация при поддержке британского посольства, фонда возрождения, национального фонда демократии мониторили эффективность и прозрачность бюджетного процесса и такую очень важную реформу, как насколько реформа местного самоуправления, формирование объединенных территориальных громад и спроможных громад. И во многом, скажем так, можно сказать, вызовы реформ, то, что они выполняются, то, что они на местном уровне происходят, но имитация и профанация. То есть, и вот, допустим, мы проводили оценку, насколько соблюдается действующее законодательство в сфере прозрачности бюджетного процесса. Мы на уровне городов областного значения и объединенных громад. И что мы увидели? Ну, во-первых, то, что бюджетный процесс, он не открытый, не прозрачный. Требования бюджетного кодекса о наличии паспортов бюджетных программ реальных, чтобы можно было оценить самый главный параметр цена-качество услуги, условно говоря, квадратный метр зеленых насаждений, как сплотится кровля. То есть то, что позволяет оценить эффективность использования средств с точки зрения домогосподарства. Это предусматривает законодательство. Более того, вся эта бюджетная документация должна быть в открытом доступе на электронных ресурсах, причем в машиносчитываемом формате, и если бы это было бы, то не доставляло бы большого труда простому пользователю увидеть в человеческом формате, в формате мультфильмов, диаграмм, графиков, что почем и насколько эффективно работает та или другая громада. Если мы заходим, допустим, на сайт объединенных громад, ну, видим мы обычную фейсбучную картинку перерезания ленточек. Ну, во многом говорят, то же самое касается и дорог. Я одразу уточнення. По-перше, реформа місцевого самоврядування – це основна реформа, за яку ви зачепилися і яку хочете просувати ви і організації, які долучилися? Я сказав просто одну із той, це приклад. Примір того, чим займається іменно наша організація. Я ізбраний відповідальним секретарем, така коаліція у нас ізбрана і також рада. Ну, ми формуємо таку, як програма чи дорожна карта реформ
Николаевской области. Мы говорим о том, что есть 5 ключевых направлений. Это антикоррупционная реформа, медиареформа, реформа местного самоуправления, реформа, то, что позволяет сделать комфортные условия жизни, и так называемая... целый блок и жилищно-коммунальное хозяйство, и урбанистика, и экология, это в этом блоке. И самое главное, развитие предпринимательства. Ну, прежде всего, нас, конечно, вот коалиция беспокоила тот факт, что, ну как, если ты не знаешь, куда идти, ты не придешь неизвестно куда, как, знаете, в «Алисе в стране чудес». Вот, допустим, обещанная стратегия развития города Николаева, обещанная городским головой, несмотря на то, что до него было 3 варианта стратегии, была даже разработана общественностью, в том числе фондом «Ласка» и общественностью, стратегия сталого развития города Николаева, она до сих пор не принята. И есть такой вызов: если нет стратегии, нет миссии, визии, то причем здесь национальное законодательство, если оно на местном уровне, это не выполняется. Если у нас непонятны показатели ни социально-экономического развития, ни в бюджетном процессе, но, соответственно, вызовы есть и при регуляторных процедурах, чтобы было интересно вкладывать деньги и в город Николаеве, и в Вознесенске, и в Первомайске. И по большому счету, если делать все по рецепту, то будет вкусно. И в коалиции у нас организация, я сказал бы так, успешная организация, которая каждый в своей сфере успешная, но знаете, как это, оркестр, если каждый играет свою партию, то как общего хорошего симфонического концерта не получается. Либо джаза, либо любой рок-музыки. Ну, не получается. И вот наша эта коалиция, это, в принципе, координирующий центр, где мы собираемся, с одной стороны, мониторинг и оценка под направление, с другой стороны, наработка практических рекомендаций и их продвижения. Да, у нас есть экспертная громадская рада в Николаевском исполкоме, есть отраслевые, в городе Николаеве это более-менее успешная модель. Есть менее успешная областная громадская рада, которая ничего конструктивно пока не предложила. Есть успешная деятельность в городе Вознесенске. Там, если вы, вот как здесь было недавно, было звитно живо городского головы Вознесенска Виталия Лукова, то я бы сказал, это пример, как делать надо в Вознесенске. Вот Николаев мог бы подтянуться к городу Вознесенску, хотя в Вознесенске тоже есть моменты, не бывает ничего идеального, но опять же, пример этого самого жесткого конструктивного диалога, вот как происходит в Вознесенске, да, что получается. И там мы танцуем вдвоем. И в принципе, коалиция реформ без постоянного мониторинга, оценки, предложения реальных точечных рецептов на уровне территориальных громад, из этого ничего хорошего не получится. Уже дві тези прозвучало, два закиди, я б навіть сказав, нашому міському голові. Про щось, про відсутність цієї самої стратегії розвитку міста ви говорили під час звітів, на які Олександр Сінкевич не зміг прийти. Я сподіваюся, що все ж таки ми поставимо ці запитання йому в цій студії, що він таки до нас вибереться, будемо запрошувати. Ви, говорячи щойно про те, що не так у роботі органів місцевого самоврядування, що не вистачає звітності, не вистачає прозорості бюджетних процесів, і сподіваючись вплинути на те, щоб цей процес якимось чином змінити, ви відчуваєте себе часткою, якимось елементом громадянського суспільства, того, про яке так багато ми говоримо періодично, так? Того, без якого, в принципі, не може бути подальшого розвитку. Я знову повертаюся до початку. Для чого? Ви відчуваєте в собі силу зробити те, що раніше зробити не вдалося? Ну, в общем, так. Я, як смотрю наших колег національної коаліції, що іменно, якщо об'єднитися от таким от образом, яким предложено, що у нас є стандарти, процедури, схема взаимодействия, тогда мы, как насколько наши коллеги на национальном уровне получили пакет успешных реформ, которые мы очень, как скажем, думаем, как взаимоусилить себя в этих непростых процессах, именно убедить местных посадовцев и депутатов, что другого пути не существует.
И вот есть такая проблема у нас безнаказанности или бескарности. То есть во многом говоря, если у нас хорошая законодательная база, но нет желания либо умения фискальных органов с этим бороться, то как бы что-то нужно делать. У нас есть хорошая антикоррупционная реформа, создано 5 антикоррупционных органов, но вот по нашему опыту, если не помочь этим органам, не указать на детали, не сподвигнуть их, эту бюрократическую машину, чтобы она занималась не самопоеданием, не соперничеством, разными подразделениями друг с другом, а реальным действием. И для этого, видно, чего-то, какого-то ингредиента не хватает вот на местном региональном уровне, чтобы те вот бравые реляции наших уважаемых политиков мы увидели, мы, жители, живущие в городах, селах, поселках Николаевской области, почувствовали это на себе. Если у нас при наличии огромных средств и дорога до сих пор не сделана, если у нас реальность проедете вы с Николаева до Днепропетровска или до Крапивницкого, и вы увидите наличие отсутствия Днепра, наличие отсутствия дороги, это всего-навсего следствие неправильного управления и невыполнения этих норм законодательства. И с одной стороны, можно хвалить за аэропорт, который появился, возможно, но видно, чего-то нам не хватает, либо общественного мнения, либо чего-то еще, чтобы это стало успешной моделью. Да, Николаевская область конкурирует с другими областями за место в рейтинге и привлекательности, чтобы пришел инвестор, чтобы пришел внутренний инвестор. Потому что главный наш вызов – это не договороздатность и не умение услышать друг друга. И поэтому, как вот наша коалиция – это прежде всего координационный центр, скажем так, своеобразный хаб. Почему мы добавляем большое значение, что это областная и вот такие профессиональные организации, как Агенция экономического развития, Экобирзань. Я думаю, что присоединятся и ряд успешных организаций из Первомайска, из Южноукраинска, из Очакова, из Объединенных громад новых, вот Баштанка, помимо николаевских организаций. Но пока еще больше из Николаевска. Но так? Пока, да, у нас по направлениям, сейчас у нас буквально вчера утвердили стандарты и процедуры, начали работать над дорожной картой, которая будет после стадионной рады вынесена на загальные сборы. И прежде всего мы рассчитываем на интеллект и на нашего гражданского общества, экспертной среды. И знаете, загальные сборы у всех членов всех организаций, которые учились? Ну, которые у нас механизм присоединения через меморандум. Угу. То есть мы запустили процедуру меморандума 28 декабря в Николаевском пресс-клубе ТАК-ТВ, предоставил площадку, мы публично провозгласили, представили участников потенциального это нашей платформы и пригласили через присоединение, через меморандум. Ну, сейчас вот меморандум это первый шаг, но по процедурам у нас предусмотрено именно принятие в членство, там, анкета, рекомендации, и организация должна предъявить, что она уже сделана, потому что как 1 плюс 1 равно 3 или 5, но 1 плюс 0 будет 0. И если мы приходим к органам... 1 помножить на 0. Ну, 1 да. Плюс 0 будет 1. Ну да, когда приходим с конструктивными, даже самыми хорошими предложениями к органам местного собрания, либо государственной власти, либо фискальным органам, и предложения будут непрофессиональные, которые построены на популизме, главный враг – это популист. Прежде всего. Розумію, тобто не буде синергії в такому випадку. Вибачайте, я хочу дати слово вашим колегам. Я перед сьогоднішнім ефіром сьогодні поспілкувався з підписантами цього меморандуму, представниками різних громадських організацій Миколаєва і області. І зараз пропоную послухати, по-перше, Володимира Євсєєва. У нього є кілька різних регалій. В даному разі він підписав меморандум як заступник голови Миколаївської обласної громадської організації «Знання, безпека, добробут». Володимир Євсєєв, будь ласка.
Мы присоединились к платформе и приняли это предложение с большим... Ми приєдналися до платформи і прийняли цю пропозицію із великим задоволенням з однієї простої причини. Дійсно, нашому суспільству, нашій економіці реальні, справжні реформи вже життєво необхідні. І ось, мабуть, громадські діячі – одна з тих лояльних структур, котра могла б надавати рекомендації по таких реформах. Сама по собі ця платформа в Україні не нова. А те, що вона буде представлена, в тому числі і в Миколаївській області, це дійсно чудово. Ми вивчили тих наших партнерів за платформою, з якими будемо працювати, і ми, власне кажучи, дали свою згоду брати в цьому участь з однієї простої причини, що дійсно об'єднуються адекватні професіонали, абсолютно небайдужі до свого краю, до нашого південного регіону. Тобто ті люди і організації, які будуть душею і серцем вболівати за не лише свої пропозиції, але й за їх втілення. Ну і ми будемо займатися економічним блоком. Він нам ближче. Тому ми загалом обрали цей напрямок, якось в котрому ми можемо бути найбільш корисні нашим партнерам за платформою і тим, хто буде користуватися тими реформами, тими пропозиціями, які ми будемо транслювати для нашого суспільства. Ну, ось Володимир Євсєєв назвав це новоутворення командою адекватних професіоналів. Там дійсно багато організацій, котрі існують по 10, по 20 років. Невже саме об'єднання не вистачало для того, щоб спільний результат такий вийшов? Ну, там нас не тільки такі мастодонти, старички, але є ті, які 2-3 роки ініціативи, які показали себе як серйозні професіонали. Це і Урбан Ніколаєв, і... молодежные организации. Но я понимаю, что эффект синергии достигается, когда объединяются профессионалы, которые приходят с разных точек зрения, потому что когда фрагментарность, ну, фрагментарность очень легко приводить в свисток, по большому счету. И как бы если... мы говорим только о стратегии, там, или только о бюджете, или только о культуре. Или... То есть каждый по отдельности, то есть можно сымитировать и спрофанировать. Когда все идет комплексный подход, когда идет комплексная программа с командой профессионала, которая мониторинг, оценка и конструктивное предложение, тогда это срабатывает. Вот это экспертно-громадской ради, это в принципе срабатывает. Но опять же, экспертно-громадская рада, она один спектр организации, но выросла другой сектор, который мы часто, как знаете, вот я сравниваю общественный сектор с такими прелестными животными, как котами. То есть, как это, запрячь котов в упряжку, кажется, утопией. То есть, каждый все умные, все гениальные. И вот попытка, удачная попытка реанимационного пакета реформ... И точно в разные боки пойдут. Ну, да, во всяком случае, когда это профессионалы, умеющие говорить, договариваться, слышать друг друга, во всяком случае, когда мы приглашали к подписанию меморандума, мы друг к другу присматривались, у нас были уже совместные удачные проекты и с Евсеевым, и с Вощеленко, и с фондом «Ласка», то есть в разных сферах. Из агентства экономического развития это Вознесенск. То есть я помню очень интересный проект Вознесенской агенции, который касался центров административных услуг, его СМД. И здесь фрагментарные успехи. Единственное, что нам необходимо, это составить эту стройную концепцию. И знаете, как вот... медиа говорит, что не хватает компетентных спикеров и компетентного диалога, который выходил бы на результат, чтобы друг друга услышали. Вот я помню последний наш эфир «Звито на живо», когда собрались в студии наша, скажем, его слово, элита, интеллектуальная медиа. Ну, я так... Да, я так не оцениваю, у нас багато гідних кандидатів. С другой стороны, не было, с другой стороны, городского головы, я почувствовал, что да, это неправильно, когда есть монолог и нет диалога.
От якраз от можливість на комплекс, це був діалог. Я ще повернусь до цього питання, майже до цього трошки згодом. У нас ще є думки від ваших колег. Я пропоную послухати якраз представника Резрайону, їх зараз мало. З Вознесенська Сергій Авєрков, директор громадської організації Агентства економічного розвитку, місто Вознесенськ. Наша організація Агентства економічного розвитку долучилася до регіональної платформи, яка має на меті просування реформ, тому що ми бачимо в цьому потребу і запит суспільства. Зараз Україна переживає значний бум реформ, є багато реформ в різних сферах, і медична децентралізація, боротьба з корупцією, створення відповідних умов для майбутнього успішного розвитку. Ми вважаємо, що цей процес неможливий лише згори, він має бути підкріплений, і навіть сформований запит має бути знизу, і в цьому є велика роль громадських організацій, підсилювати голос громадськості, бути цим голосом і доносити потреби, доносити проблеми, які існують з впровадженням реформ, до тих установ, тих організацій, які відповідальні за впровадження реформ, і тим самим робити цей процес збалансованим. Да? Тому що не завжди те, як наші можновладці бачать реалізацію реформ, і не завжди так, як вона відбувається практично на місцях, не завжди це відповідає потребам громадськості. Да? І тут ми маємо коригувати їх, тут ми маємо вказувати на певні проблеми, прогалини, і спільно виробляти конструктивну позицію для того, щоб в кінцевому випадку громадяни отримали те, що вони заради чого ці реформи впроваджуються. Мова йде про покращення послуг, про доступні сервіси, адміністративні послуги, ну і взагалі про такі важливі базові речі, як зменшення рівня корупції, про демократичне врядування, про доступ до прийняття рішень. Тому ми вважаємо, що це на часі створення подібних платформ, і вважаємо, що наша організація, як аналітичний центр, який працює вже більше 15 років, може зробити вагомий внесок в цей процес. І ще один коментар від Ірини Купрієвич, директора благодійного фонду «Ласка» з міста Миколаєва. Фонд «Ласка» долучився до цієї спільноти, тому що ми вважаємо, що таке об'єднання, така платформа є дуже дійсним інструментом для того, щоб ми могли якимось чином вліяти, да, або контролювати нашу владу, або надавати їй ту допомогу, яку ми вважаємо їй необхідна. Бо ми висловлюємо думку людей, да, ми висловлюємо думку спільноти. А фонд «Ласка», ми засновані ще в 1995 році і завжди були пов'язані з тими проблемами, які існують в нашій громаді. І міста Миколаєва, Миколаївщини. Чому вважаю, що ці реформи дуже важливі? Тому що ми з вами стоїмо на порозі великих змін. І національна, регіональна платформа, вона вже показала свою дію, да, свій результат, то, що вони виконують. Я вважаю, що наші громадські організації, які є в Миколаєві і Миколаївщині, можуть до цього приєднатися. Це буде дійсно інструмент для того, щоб ми могли співпрацювати з владою. Тема дня в прямому ефірі. У нас залишається буквально 2 хвилини. Михайле, прозвучало в 2 останніх коментарях і необхідність співпрацювати з владою, і при цьому обов'язково її контролювати, можливо, навіть на неї впливати. Де знайти і як оцю золоту середину для того, щоб і не конфронтувати з владою для того, щоб вирішувати разом якісь питання, і при цьому не втрачати контроль над нею? Ну, прежде всего, у нас, как ни парадоксально, с органами местного самоуправления и органами государственной власти общая цель. Мы не боремся за власть, мы ориентированы на решение проблем жителей и реализацию тех самых реформ. То есть, насколько я знаю, и не слышите ни одного чиновника или депутата, который скажет, что он против реформ. Нам нужно только найти и услышать друг друга то самое разумное зерно, потому что мы смотрим на одно и то же, только с разных сторон. И вот это есть на мастерство. Конфликта интересов не будет? Ну, конфликта интересов, я думаю, не будет, потому что мы поставили очень жесткие критерии в нашей коалиции по запартийности. В этом плане мы в чем-то похожи. Я имею в виду интересы громады и влады.
Дуже стисло. Но есть текст, есть контекст. Если у нас, а у нас нету коррупционного интереса и лоббистского интереса, в том плане, как понимается, тогда мы находим общий язык с органами власти. Если власть коррупционная, ну тут, извините, компромисса не будет, мы будем называть вещи своими именами. Да, коррупционный ориент – это то, что нас тянет назад, то, что воры наших ресурсов и, главное, репутации. Тут мы будем беспощадны. І це тема для однієї з наступних передач. Я вам дуже дякую. Дякую за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.